Гетерохромия – состояние, для которого характерна аномальная пигментация радужной оболочки глаза. Как правило, при этом наблюдается различный цвет глаз, являющийся следствием неодинаковой окраски радужных оболочек обоих глаз. Гетерохромия у людей наследствуется генетически и может переходить из поколения в поколение, проявляться гораздо позже. В зависимости от множества факторов, гетерохромия глаз может быть наследственной и приобретенной. По степени окрашивания радужной оболочки различают несколько типов гетерохромии. Полная, при которой оба глаза наделены собственным цветом. Наиболее распространенный тип, когда один глаз окрашен в карий цвет, а другой в голубой. Секторная гетерохромия – это когда окрас радужки одного глаза представлен сразу в нескольких разных оттенках. И центральная – здесь имеется несколько полноценных цветных колец у радужной оболочки. Бояться гетерохромии не стоит, тем более, что она никак не проявляется себя на здоровье человека. Более того, человек с гетерохромией продолжает видеть и воспринимать цвета абсолютно нормально, как если бы у него ее не было.